Я рай сделаю. Борта надо отрабатывать, а чё я здесь? Я только в лоб приехал и встану здесь, прям во лбу. Либо в забор забуриться, но там как бы тоже люди поедут. Смысл вообще-то фокус сейчас в данный момент, а я вот не вижу никакого, как бы, ну... Вообще не вижу никакого развития боя. Ребят, ну ёперный театр, я все еще все понимаю, ну... На полпути развернуться решил. От этого вообще как чуть начисляется, а то смысл вот, кататься по базам и сбрасывать их, хоть как-то боюсь тащить.
звонит опять. Я посмотрел, да? Да, слушай, действительно, там, где я посмотрел пару миллисекунд назад. Прям тютельку в тютельку. Заебись, да? Тогда куда же встанем сейчас? Будем кумулятивить. Куча танков было, я видел, там поворачивался с этой стороны. Может, он там кто-то есть? Опа, отцам. Слушай, у нас проблема. Союзников опять нету. Байтар нормально наяривает так. Сеть поеду, это 50-ка мегаров. Нет, ау, все, она сдохла. Хотя она даже не слезла с того места, где она стояла. Она приехала. Сесть 5 минут, где вот здесь вот постояла, да, и продвинулся вот сюда вот, на пару метров вперед. Забором встать, что ли? По-моему, он еще спалился. Ой, это мой. Он сразу в меня сейчас в гостях сторону начал херашить. Далекий ехал. Вон тот. Я не вижу смысла брать дальше, но я Starfighter часа ехать буду. То есть получается у этого MX пересадка экипажа пару секундок от 10-го БР, что ли? Так очень быстро. Давай шли на 10-м покатаем. На 10-м, блядь, Бэйре. На 10-м одна точка. Да вы... Мне кажется, скоро Тундра допрыгается с такими боями. Идиотизм. Человек, который горит Тундеру, блин, пускай он хотя бы отредактирует карты, которые не нужны на 10-м, которые не нужны на 10-м, которые нужны на мелком БР, блин, убрать этот режим грёбаным с одной точки, он вообще здесь не нужен, бессмысленный, убрать другой режим, тоже по одной точке с двух сторон. Слушай,
уж все стоят и все, не лезут друг на друга. Смысла потому, что нету. Из-за этого я не проеду до сюда. Точки слишком близко расположены. Нахрен, сняли с ёбаного автоудара.
Так, ну с этого я не убью, можно с сишки залететь, наверное. Блин, я сдох, и иначе союзники посыпались. Начну умирать. Которая все это время там стояла. Уже тепла, у него хорошие сишки. Охренеть просто. Слышу, я его не вижу, блин, куда он заехал, походу. Засветка не сработала, он поход в помещение, что ли? Эта ёбаная хрень меня спалила. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Вот надо было меня спалить, ствол сломать. Где-то Кринзель, который, блин, там стоял все это время, был так близко. Надо было за слухи спалить меня. Эх, жалко.